Hi, всем привет, с вами с кем продолжаем проходить Half-Life. Во-первых, вы заметили мою новую заставочку, немного я улучшаюсь, так сказать, в далекое-далекое будущее. Но оно сейчас происходит, да? Так вот, оно не записалось, понимаете, я записывал с OBS Studio, и ничего из этого не записалось, точнее записалось, я разобрался полностью, но оно настолько лагает, так что помогите мне, пожалуйста, в комментариях, как правильно настроить OBS Studio, чтобы оно не лагало в играх. Короче, мы тут открыли дверь, чтобы мы везде побегали, я там перебил всех этих, видите, полисменов, сейчас быстренько пройдем, тут они были, как помните. Тут они были, ну тут они были. Что такое тут? Все такая штучка. Я пытался здесь открыть что-то там, но у меня ничего не получилось. Здесь мы похилились. Потом пошли сюда. Тут я тоже много раз морочился. Поднялись потом сюда. Потом мы поднялись вот сюда. И дальше я не проходил. Потому что не знаю как. Тут, короче, надо либо взорвать дверь, как видите. Либо... Вот, я перебил этих херней. Я, короче, не понимаю, что здесь делать. Я, когда через OBS записывал... Вот реально, мне настолько он лагает, что это просто пипец. Я не знаю, почему. С чем это связано. Но как-то так. Так, короче, я тут побегал. Потому что там, как вы видели, там, короче, этот... вода, которая типа радиационная. Может куда-нибудь сюда поехать? Я так и думал. А! Это то место, помните, вот это начало. Нет, это не сюда, 100%. Значит, там надо какую-то загадку решить. Если вы слышите какие-то посторонние шумы на заднем плане, то... Короче, не мешайте мне, мои хомяки. Да, может, когда-нибудь покажу. Я обещал показать вам Изи, по-моему, когда-то. Так и не показал. Короче, тут надо что-то сделать. Но я не понимаю, что. Куда эта фигня уходит? Эта фигня не открывается. Я реально без понятия, что делать. Не, ну я, конечно, все понимаю, но я бы никогда в жизни до такого не додумался. Смотрите, что надо было сделать. Надо было сломать эти ящики. Ну, не обязательно. Взять эту бочку. Подвинуть ее к разъему, вот этому контакту, который отходит. Вот сюда вот. И нажать. Каким-то чудом оно взрывается. Я без понятия, как это случается, ну ладно. Проходим дальше, блядь. Спугал. Этот краб меня убил. Зачем отсюда? Почему я не сохранился? Почему я не сохранился? Вот так? Fucking shit. Чё ты бьёшь, фу, бля. Спидранер. Так, можно мне... Сейчас, чуть-чуть. Чё, это вебка с компа, так что... Обращайте внимание на изображение. Они сдохли? Не сдох. Я спокоен. А можно я сам встану сюда? Нет. Просрал выстрел револьвера.
просто гений. А зачем они тогда сделали локацию? Так же оно намного запутывает. В принципе, это фишка Half-Life. Но все равно. 3 хп. Давай, появляйся. Почему ты такой дебил? Почему ты такой дебил? Парни! Кажется, мы никогда не пройдем эту халу. Точнее, очень долго будем проходить. Ну, прям очень долго будем проходить. Два патрона, да? Можно я сохранюсь? Спасибочки. Всех от крабы взорвались, нет? Теперь точно все. Ура! Товарищ. Ура. Блять. Да ну ты пидир, блять. Пидир, пидир. Не пидир, а пидир. Я тоже так могу делать. Можно мне? А почему ты не можешь? Не знаю, куда спускаемся. Не проверили, правда, эту комнату, ну ладно. Хотела меня убить. Пешечка. Моя любименькая. Как же я тебя обожаю. Почему так мало? Походу нам не сюда. Поехали вверх, значит, обратно. Не знаю, будут слышны писки за все видео, но их будет очень много. Короче, я не знаю, что там хомяки делают. Напишите в комментариях, кто понял шутку. Кому, блядь, волнует моя шутка. Мне кажется, всех уже заебали мои шутки. Будем говорить откровенно. Ну, так и есть. Я перекрыл воду! Я герой! Я герой! Ладно, немного пения. Блять. Раз. Чё-то тварь не хочет дыхать. И где тут была лестница, я видел? Вот она. Нет? Там же была лестница, блять. А, вот она. Куда я вернулся? А нах мне сюда. Мне наверх надо. Алло, дядя. Алло, дядя, мне наверх надо. Ну заебись, блять. Ой, пиздец. Нет? Я еще поживу. Так, ну у меня пока что стабильно 60 FPS. Это хорошо. Немного задолбало. Не, ну в смысле, ну реально немного задолбало, да. Проходить халву. Особенно если мало кто ее смотрит. Куда нам идти? У меня вопрос, а там же электричество работает, да? Так, стоп. Вот эта хуйня издает электричество. Или что издает электричество? Чё-то я не понял. Какую-то хуйню, наверное, сделал, да? Или нет?
Cool Achievement Hazard. Не, ну я так понимаю, надо что-то с этими бочками сделать, неспроста они здесь. Там есть, может, их... А, точно, вода наполнится, и мы сможем мостик сделать. Не, может, я, конечно, не прав, но... Возможно. Возможно. Да, куда-нибудь сюда. Давай сюда. Одну сюда. Так, одну сюда. Одну сюда. И одну вот сюда. Здесь я все правильно делаю. Если нет, то пипец. Так, это оно всплывет, мы можем допрыгнуть. Давайте одну сюда еще поставим. Ну ставься уже. Она по мне ровно стоит. Ну ладно, фиг с ним. Идем сюда. Вызвался лифт. Куда обратно поехал, алё? Нормально вообще? Поехал обратно. Перестал отсеть ухо. Мне это просто так удобнее, наверное, будет. Потом послушаю по звуку. Нормально будет так ставить сюда. Пишите в комментариях, как лучше. Кому эту штуку подвинул? Как? Так, наполняем воду. Наполняется хорошо. Не, ну возможно, я что-то неправильно делаю. Перезарядим Валеру. А вон эти твари. Можно я сохранюсь? Подожди, сохранить. Это хорошо, я их, кстати, убил. Красиво так. Так. Даже не вздумай. Тише, что сделаю? Даже не вздумай. Стреляй. Красава. Кто понял шутку, тот понял шутку. Логично. Сразу этих дебилов убью. Паркур. 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 А куда дальше? Ай, крабы! Это спидранер, конечно. Хорошо, прошел. Я не смотрел прохождение, просто так прохожу. Что-то прям быстро прошел. Сюда? Тык-тык, клац-клац, тык-клац-клац, тык. Мы что сделали? А что мы сделали? Немного без понятия, что мы сделали. Видимо, что-то хорошее. Так, ну запустили. А-а-а-а! И чё? Что с этими лазерами делать?
Конечно же, меня хоть краб убьет. Кто не отменял? Что это лазеры? Что с ними надо делать? Крабы утилизированные. Крабы утилизированы. Красиво. Так понимаю, что это надо. Понимаю, мне туда надо попасть, да? Стоп. Что там нет? Ничего там нет. Так что с ним надел? Что так как-то? И чё? Короче, надо вернуться в самое начало. Что я сделал, объясните. Короче, надо вернуться в самое начало. Не вот сюда. Вот сюда. Нет, вот сюда. Вот. Вот здесь выпрыгнуть. Здесь сохраниться. И здесь прыгать дальше. Вот. Конечно же, я не пройду свой собственный паркур, который я создал. Прошел. Короче, надо вернуться самое начало. Вот там вот, где только начиналась локация. Подняться по лифте. Вот это. Во-первых, он заработал. Заработала вот эта платформа. Теперь мы можем пройти вот туда. Кто догадался, пишите в комментариях. Потому что я лично не догадался. Посмотрел чуваков, которые догадались. Их, наверное, очень много. Прям очень много. Давайте похилимся. Конечно же, эта штука не работает. Я надеялся, что ты придешь. Ты должен зайти в батарею и доставить ее доктору Розенбергу. Я бы помог, но я сильно. Ну что? Конечно, ты сильно ранен. Всего ты сможешь протолкнуть батарею через ограду на станции зарядки, которая находится за мной. Сейчас я попробую подняться. Сдох. Как лох. Так он сказал, типа... Надо перетащить эту батарею, что ли? Куда она сначала засунуть? Сюда или туда? Давай сначала сюда засунем ее. Что будет? В смысле, ПБ? Ты чё? Ну надо, наверное, походу туда надо. Окей. Идеально вошло. А, типа тот аппарат не работает, понял. Что с ней случится? Она утилизируется? Или что-то произойдет?
А то меня сейчас опять убьет. Блин, жалко, что этот момент не записался, там, где меня убило дверью. Или записался, я что-то не помню. И что теперь с этой штукой делать? Теперь эту штуку в тот автомат? Да что она так? Ненавижу это управление. Ненавижу это управление. Просто ненавижу. Ну, давай, сосунься! Чё теперь будет? Чё теперь будет? Как думаете, чё? О! А куда тут повезло его? Алло. Playload accepted. Сюда? Я что-то сделал с батареей. Не знаю, правда, зачем. А, это что самое место? Это же то самое место. Всё, куда дальше идти? Так, ну, насколько я понял, нам надо вернуться в самое-самое-самое-самое начало. Не самое-самое начало, а, типа, имею в виду, что тут эту штуку. По лифте подняться. Спасибо, лифт, что ты поехал со мной. Спасибо тебе, спасибо. Я тебя обожаю. Закрой дверь. Лифт. 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 Иди сюда. Алло, лифт. Алло, лифт. Yeah! Насколько я понял, это, по-моему, самая такая... Короче, это финал! Возможно, мы пойдем сегодня Half-Life. Мы гениальные люди. Я не знаю, было мне слышно все видео или нет, но то фигня. Главное, что мы пойдем в Half-Life. Я так этому рад. Просто не представляете. Столько заморачек. Испытание веры. Реально, это финальная глава. С тобой заряженной батареей мы уже начали подготавливать устройство. Однако в этот раз все будет гораздо сложнее. Поэтому мне нужна твоя помощь в центре управления. Поспешим, нам нельзя терять ни минуты. Окей, давай. Давай, пошли. Куда? Куда идти? А, вот та самая батарея. Алло, куда идти? Куда идти, алло? Чувак, ты можешь мне помочь? Куда идти? Алло? Не знаю почему, но, по-моему, эта фигня доктор залагал. Фигня. Да, по-моему, он залагал реально. Давайте перезагрузим. Алло. Доктор. О, ты наконец-то сдох. Сухой колупасил ты. Не знаю, какой нормальный человек, адекватный, выдержит столько ударов монтировки. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Он... Алло, а чё оно залгало? Давай еще раз перепройдем. Если перепройдем. Этот чувак должен с нами просто пойти. Я не знаю, почему он не идет. Либо скрип сломался, либо что-то еще. Я только что просто посмотрел прохождение. Я надеялся.
надеялся. Ты... Главное то, что ты надеялся. Ладно, сейчас быстренько перепройду. Так, ну короче, я перепрошел сейчас. Быстро поднимаемся опять по лифту. Если все норм, то все норм. Молодец, передающий. Принесенный тобой заряженной батареей, мы уже начали подготавливать устройство. Однако в этот раз все будет гораздо сложнее. Поэтому мне нужна твоя помощь в центре управления. Поспешим, нам нельзя терять ни минуты. А почему он лагает? Ты что, какой-то скрип не раз не срабатывает постоянно или что? Я не знаю. Так, ну еще я попробую одну фишку. Она не срабатывала. Ладно, я разберусь с этой проблемой в следующей серии. Так что будет уже скоро финал, я надеюсь. Так что с вами был Мэриам Скейт. Зацените новую заставочку. И скоро тоже будет новая заставочка. Не связанная. Ну, с концом видео не с Хэллоуин. Короче, ладно, всем пока.